Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, прошло 10 дней по приезду второму, как я приехала на участок. Вот первые две недели, это я рассказываю все о ленивом саде. Вот первый раз я приехала в середине июля, пробыла две недели, уехала домой. Вот еще прошло две недели. И я хочу вот показать, как у меня кабачки, которые высадили, уже подросли. Когда посмотрим, когда у нас кабачки будут с этой грядочки. Вот здесь лук растет. Там мы обработали сидератом. Ну, в общем, все зреют. Зреют наши сливы. Растут наши цветы, все меняется. И вот мы сделали еще, вот хотела вам показать такое сооружение. Забетонировали благодаря такой вот постамент, тоже будет украшение сада. И мы, будет из него мозаику буду учиться делать, поэтому, конечно, к мини, таких особых претензий не должно быть. Вот здесь у нас уже вовсю, значит, кабачки. Уже настурция показала свои листики. Мы будем тоже добавлять ее в салат. Ну, давайте вернемся сюда еще через какое-то время. Кстати, у меня вызрели уже мои мой шиповник. И можно собирать плоды. И я собираюсь это сделать в ближайшее время. В саду я хотела бы сказать о травах. Травы вообще мне помогают очень, потому что они всегда красивые, филигранные. За ними нет никакого ухода. Единственное, что они разрастаются, их надо пропалывать. Во всяком случае, это достаточно приятное такое занятие. И это травы, которые мне помогают, чтобы был красивый сад при наименьших усилиях. Ну, естественно, огород занимает много времени, и в саду для ленивых его не должно быть, или он должен быть намного меньше. Ну, вот пока он у меня такой. И посмотрите, какой у нас чудесный чесночок вырос. Прекрасный. В ленивом саду. До свидания, мои дорогие друзья. Встретимся чуть-чуть попозже.